Добрый день, дорогие друзья. На самом деле день. Посмотрите на часы, которые где-то здесь вот расположены. Это действительно день, не глубокая ночь, как обычно. Небольшая посылочка приехала ко мне. Такая серая коробочка. Я уже знаю, что здесь. Да? И недаром подготовил пару таких вот экземпляров. Если на них посмотреть, то незнакомый с ними человек подумает, что это пирамидки или что-то такое. Он будет пытаться крутить весь уголок, но он, естественно, крутиться не будет. На деле же это кубик 2 на 2, просто в форме пирамидки. Компания LimCube выпустила несколько кубиков 2 на 2 под брендом Transform Pyraminx 2 на 2. Я решил купить один из них. В коробочке, кроме самой головки, ничего больше нет. Мы увидим здесь только наименование фирмы головоломки и все. Минимализм наше все. Что это? Это, как мы видим, в форме пирамидки тот же самый кубик 2 на 2. Да? Вот очень похоже на это. Все то же самое, но. Да. 2 на 2 крутится именно вот так. Но что мы видим? Поскольку трансформ добавлены слова в название, есть что-то добавлено. Это именно возможность таких вот вращений. То есть, если мы не будем вращать эти дополнительные элементы, то мы получим просто вот эту головоломку. Но с ними станет гораздо интереснее. Их было 4 вида, картинки здесь я не поставлю. Я выбрал одну. Ну, не знаю почему. Просто посмотрел более детальные фотографии. Мне кажется, там просто побольше размером. Ну и более привычные. То есть, может принимать различные причудливые формы. Но самое интересное, это именно вращение вот этих центров. То есть, можем повернуть, сделать вращение, повернуть здесь, делать вращение. Да, у нас уже что-то перемешалось. Пластик здесь такой легкоматовый, не так сильно матовый, как на том же Гане. Немного похож. Кстати, цвета очень похожи на ган. Интересно. Вращение такое суховатое, но достаточно приятное. Вот эти элементы, они как бы моделируют наличие, получается, центров. Да. Ну, с ними головоломка станет интереснее явно. Данная пирамидка, вернее, кубик 2 на 2 может принимать различные предыдущие формы. Страшные и изящные. Скажем так, совершенно не обязательная к приобретению головоломка. Ну, достаточно забавная. То есть я не стал покупать все 4, поскольку принцип у них одинаковый. Вот. Если уж сильно понравится, я, может, куплю остальные. Не очень дешево стоят. Это, наверное, сложного механизма. Да? Чтобы эти центры вращались. Видимо, приложили много усилий. Ну, если честно, немного хрупкими кажутся вот эти элементы. Собирать я сейчас не буду. Но поэкспериментирую как-нибудь. Возможно, придется отложить.
ненадолго. Да, и давно мне уже пора купить новую треногу. Это постоянно падает. На этом все. Всем спасибо, всем пока.